Построил баню, баня сразу требует ухода. Вот мы закрепили сайдинг, и сегодня ночью прошел сильный дождь. И вот смотрите, капельки воды свисают на сайдинге, а эти капельки воды были бы впитаны в брус. Этот брус бы был бы некрасивый, а раз вода туда попадает, этот брус начинает шевелиться. А шевелиться также начинает от солнца, потому что с этой стороны солнце начинает нагревать этот брус, и этот брус тоже коробит. И вот что у нас и получилось. Эту сторону, вот эту солнечную сторону этой бани, брус так повернуло, что вот смотрите, как получается. Вот это окно как бы восьмеркой. Стекло лопнуло, мы его вчера сняли. И установили стекло, то, которое понравилось. А там и выбора-то не было. Три вида и все. Вот это стекло мы поставили. А чтобы его поставить, пришлось повозиться по полной программе. Покрасили. И получилось здорово. Вот сюда нужно отлив сделать. Вот так. Пойду в баню. Там тоже со стеклом работа будет. Вот здесь. Когда сильный ветер с дождем, эта дождь попадает вот сюда, тоже некрасиво. Там вот брус оставили, потому что вроде бы вид бани должен быть какой-то деревянный. И вот мы оставили. Нужно здесь, конечно, подбить паклю еще раз, добавить. Вот я вытащил мешок с паклей, вот буду добавлять. То есть идет постоянный уход, чтобы там создать определенную температуру. Чтобы вся температура, когда топим баню, там же жарко становится. И сквозь этих щелей весь горячий воздух оттуда просто-напросто удаляется. За счет вот этих вот слабых мест, где находится вот эта пакля. И нужно обязательно еще подбивать. Вот представляете, вот эта сторона у нас не обита чем-либо, каким-либо материалом. Брус и с той стороны брус, потому что это моечное помещение. Там очень много влаги, и эта влага как бы должна испаряться сквозь этой стены бруса. Ну, вроде понятно. Вот захожу в баню, зашел. И вот смотрите, как получается. Так, объектив на всякий случай протиру. Вот как получается. Вот этот нивелир опять мне помог. Я его таким вот образом установил. И появилась зеленая полоса таким вот образом. Я взял карандашом, здесь сделал отметку одну, вторую, третью. И вот это мне нужно удалять. Вот это вот нужно удалять. Также удалять и вот здесь вот нужно, чтобы получилась вот такая вот четверть. Далее, вот это стекло вынул, поставил, новое стекло буду устанавливать. Скол пошел вот таким вот образом. Сейчас я буду вот так вот сверху работать.
Так, увеличу немножко. Чтобы постоянно обороты были. Она конусная, вот эта вот часть стамески, и идет вращение. Неудобно, но ничего, справлюсь. Ну и вот такой вот уход идет. Теперь вот с этим окном. Раз брус вот таким вот образом треснул, и вот так повело по полной программе. Видите, какие трещины. Хотя вот этот брус над окном как бы связал вот этот простенок и вот этот простенок. И все равно, вот представляете, как крутануло этот брус. Можно вот здесь вот посмотреть. Здесь вот она, аж щель получилась. Его вот так вот вертело, вертело, вертело. И каким-то образом завернуло. Ну раз завернуло, я сейчас разворачиваю. Но с помощью вот этой вот четверти, потому что ничего сделать не смогу. А таким вот образом стекло будет прилегать на все четыре стороны просто идеально. Ну, естественно, сначала герметик, потом стекло, чтобы все тепло не уходило туда, а холод сюда не поступал. С одной стороны углубил четверть, там где нужно, и теперь здесь начинаю. Сделал подрезку, потому что здесь не сильно глубоко нужно сделать вот эту четверть, и вот так вот на конус вот сюда. Вроде бы и все. Так, прижимаю. Сначала скользит, потом угол раз подставил и пошло потихонечку.
Еще раз подрежу на всякий случай. Прижимаю вот сюда, чтобы не было вот такого угла. Вот так. И будет такой же прямой угол. Ну, в принципе, можно и оставить. Вроде бы приложил. Вот здесь надо убрать немножко, я так понимаю. Ну, осторожно. Так, вроде бы и сделал, снял лишнее, получилась вот такая вот четверть. И теперь вот отсюда нужно вот таким вот образом, вот таким и дойти вот до сих пор. И будет нормально. Ну, это вот такой вот уход бани. Углубил четверть, снял древесину, здесь тоже перешел наверх. Углубил здесь четверть, дошел до сучка, и теперь, если я стамеской буду стучать, то мне нужно дойти до этого сучка, перевернуть стамеску и начинать снимать древесину здесь. Предварительно вот здесь вот сделать удар таким вот образом, чтобы эта древесина не перешла через этот сучок в эту сторону, а то будет скол. Ну, вроде понятно, что мне нужно будет и делать. Теперь мне нужно перевернуться стамеской вот так вот, выбрать, углубляя четверть вот в этом месте до сучка. А здесь вот таким вот образом нужно снимать эту древесину. Вот такой уход. Вроде бы баня, а уход за баней нужен по полной программе. Если уже не что-то не понравится, она мне скажет, сделай, переделай. Я, конечно, этим и занимаюсь, чтобы было еще лучше в бане. И вот что и произошло. Когда установил кран, а здесь место для шланга было у этого крана, и шланг надо было купить. Я завтра, послезавтра или год прошел, а шланга все не было. И приходилось вот это ведро ставить, открывать кран, и вода льется в это ведро. Это ведро нужно поднять, поставить на эту скамейку. Но брызги постоянно попадают на пол, и здесь постоянно мокро. Если налить в тазик, холодную воду, нужно тазик подносить. Знаете, как неудобно. Вроде простая штука. Что поднести? А нужно поднять. Это тоже неудобно. Жена постоянно жалуется. И если, например, налить воду в ведро таким вот образом, без шланга, было без шланга, налить воду, то эту воду нужно вот так поднимать и заливать в эту емкость. И так несколько ведер. Вот представляете, как было неудобно. Это кошмар. И наконец-то я сегодня купил шланг, закрепил его в этом месте. И теперь можно вот таким вот образом подвести этот шланг, открыть кран и наливать воду. Тазик как стоял на месте, так и стоит. И также ведро, и другой тазик. Очень удобный.
Мне самому даже понравилось, что так стало удобно. Вы представляете как? Тоже уход. Небольшой, но уход. Вроде бы так получилось. Буду продолжать дальше. Вести уход за этой баней. Так. Вот здесь вот черта какая-то непонятная, кривая. Ну, я разберусь. Почему она такая вот кривая стала? Вот так должно быть, наверное. Вот так. Я думаю, вот так должно быть. Потому что тут какая-то... Черта такая вот с изгибом получилась. А мне это не понравилось. То есть можно вручную сделать срез вот такой вот в эту сторону аккуратненько. Если, конечно, стамеска острая, а с левой стороны неудобно. Можно применить опять перфоратор. Ну, в таких вот случаях вот удобно перфоратор. Конечно, стамеской и киянкой или кувалдочкой металлической. Удобно. Тук-тук-тук-тук. Ну, в каких-то неудобных местах вот перфоратор, конечно, в этих делах просто помогает. Стекло прижали на герметик, вот смотрите, и забил штапик. Сейчас опять еще раз герметиком штапик установлю, закреплю это стекло, все это приклеится, воздух холодный поступать, а горячий выходить не будет. И если на улице будет шум от проезжей машины, то воздух с этим шумом не будет поступать в это помещение, и будет тишина. Проезжала машина или нет, мы не знаем, потому что воздух через эти щели не пройдет. Ага. Дело сделал. Теперь вот таким вот образом. Вот у нас вот так вот в доме тоже мы с женой окна поставили деревянные. И таким же образом все на герметик. И вот вы представляете, машина приезжает за мной, скажем, на работу на какую-нибудь, бибикает, бибикает, а мы не слышим. Он тогда стучится в дом, открывает дверь и говорит: вы что, не слышите? Я там вам бибикаю. Я говорю: так не слышно, вообще ничего не слышно. Он говорит: как не слышно? Я говорю: вот так не слышно, такая герметичность.